Проект восстановления порта Вагиделя разработает краснодарская фирма. Как стало известно на неделе, контракт почти на 2,5 миллиона рублей с компанией подписал Минтранс Республики. Портовый комплекс имеет возможность принимать суда река Море с водоизмещением до 10 тысяч тонн, но сейчас находится в ветхом состоянии. Необходимо отметить, что водный транспортный путь Башкортостана достигает около 1000 километров. Основные артерии – это реки Белая и Уфа, а также Павловское водохранилище. Между тем, потенциал как грузовых, так и пассажирских речных перевозок на сегодняшний день используется далеко не в полном объеме. Этому препятствует в том числе маловодье местных рек, отсутствие береговой инфраструктуры. А инвестпроекты в этой сфере пока не получили реализации. Но вот все подробности о речной навигации в республике расскажет моя коллега Маргарита Гафарова. Солнце, вода и легкий бриз. Что летом может быть лучше, чем отправиться на речную прогулку? Погода в этом сезоне благоволит. В жару «Чайка» перевозила до 500 пассажиров в день. В среднем же теплоход катает около 200-300 человек. Это неплохие показатели, отмечает руководство судоремонтно-судостроительного завода. Впрочем, прогулочные рейсы далеко не основной источник заработка, а скорее даже социальный проект. Предприятие специализируется на ремонте судов, а также перевозке нерудных материалов. Так, на сегодняшний день доставили уже свыше 80 тысяч тонн груза. В прошлом году вот относительно тоже неплохо заработали именно в плане перевозки. Где-то порядка, наверное, на 180-200 тысяч тонн перевезли мы больше аналогичного периода там 2021 года. Но это, конечно, я не скажу, что это тоже много, но, по крайней мере, лучше, чем в 2021 году. В этом году, конечно, у нас задачи стоят более масштабные, более крупные. Хочу сказать, что флот более-менее мы подготовили в зимний период на 5-6 единиц флота больше выпустить, чем в прошлом году. К этому мы идем. Скажу так, что 3 или 4 единицы, наверное, мы уже выпустим в мае месяце. В этом году прогулочными рейсами в Уфе, кроме судоремонтно-судостроительного завода, занимается речфлот. Таким образом, летом по Белой будет курсировать 4 теплохода. В России набирают популярность и многодневные круизы с остановками в разных городах. Уфа тоже в этом списке. Если в 2021 году в республику зашло 5 судов, в 2022 – 12, то этим летом планируется около 20 судозаходов из других регионов. Первыми в начале мая пришвартовались четырехпалубный лайнер «Александр Пушкин», двухпалубный теплоход «Башкортостан», а также круизный лайнер «Мустай-Карим». Они привезли более 350 туристов. Река Белая, в общем-то, встретила нас хорошо. Глубины нам хватило, но, как я уже сказал, теплоход «Мустай-Карим» – это на сегодняшний день самое большое судно, которое эксплуатируется на реках и озерах Российской Федерации, и поэтому существовали небольшие сложности по проходу его до Уфы. Проход теплохода «Мустай-Карим» возможен только в ограниченное время, это начало мая, буквально 10-12 дней по режиму большой воды. По словам генерального директора компании «Водоход» Ришата Багаудинова, интерес к речным круизам у жителей России начал проявляться в 2020 году, когда появились ограничения на выезд за границу. И многие люди стали открывать для себя такой вид отдыха, как речные круизы. И динамика очень серьезная. Мы в прошлом году перевезли именно круизных туристов более 120 тысяч человек. В этом году мы запланировали более 130. Как отметили в региональном Минтрансе, для развития речного туризма в республике остро необходимо развивать береговую инфраструктуру. Планируется строительство понтонных причалов. 4 из них может появиться в Бирске, Дюртюлях, Агиделе, селе Николы Березовка, и 3 расположатся в Уфе. Также необходимо решить вопрос с отсутствием собственного речного флота. Рассматривается возможность закупки нескольких теплоходов через лизинговые программы. Однако их эффективную эксплуатацию затрудняет маловодье местных рек. По маловодью принимается решение совместно с Росморечфлотом. Через государственное задание принято решение о дноуглубительных работах и поддержке дна до 2 метров. Что касается причальной инфраструктуры и развития собственного флота, сейчас Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан вносит изменения в программу развития транспорта республики, строительство 7 причалов и возможной закупки собственного флота.
Проблема маловодья обостряется в зависимости от сезона, говорят в службе речных переправ. Так, в этом году паводковых вод почти не было, поэтому берега требуют дноуглубительных работ. На эти цели только на одной переправе может понадобиться около 70-100 тысяч рублей. В этом году в Уфе работает 5 переправ и один внутренний городской маршрут, так называемый речной трамвайчик. Пассажиры в основном садоводы, по большей части пенсионеры. Востребованность таких паромов постепенно снижается. Если в 2009 году переправили 913 тысяч человек, то в прошлом году только 353 тысячи. Это связано по многочисленным причинам, то есть как инфраструктура транспорта развивается, то есть люди начинают пользоваться как своими собственными автомобилями, так и автобусное сообщение. Наши речные переправы, это социальная направленность имеет строго. Себестоимость, значит, средняя с пассажира, да, это 130 рублей. Вот. Стоимость без льгот 33 рубля составляет. Паромная переправа именно на трамплине вкупе с поездкой на фуникулёре для многих уфимцев своего рода маленькое приключение. Поэтому можно допустить мысль, что эта точка может получить развитие как туристическая достопримечательность. Что касается грузоперевозок, в этом году по рекам удалось провести 1 700 000 тонн. Но для республики планка должна быть не менее 5 миллионов тонн груза в год, отметил вице-премьер Алан Марзаев. Уже не первый год обсуждаются перспективы восстановления грузового порта в Эгиделе. Как стало известно, региональный Минтранс заключил контракт на экономическое и техническое обоснование проекта за 2,5 миллиона рублей с краснодарской компанией. Подрядчику предстоит определить экономическую эффективность и основные показатели проекта для обеспечения грузооборота до 5 миллионов тонн в год на период до 2040 года. И стратегический объект станет водными воротами республики и откроет выход к 5 морям – Каспийскому, Черному, Белому, Балтийскому и Азовскому. Маргарита Гафарова, Андрей Аксаев, Ильдус Сурин, РБК Уфа.